Сегодня утром генеральный прокурор Дариус Валис на пешеходном переходе сбил женщину, вследствие чего подал в отставку. Считается, что этот поступок чиновник предпринял для того, чтобы расследование условий происшествия было проведено объективно. Этот шаг прокурора президент Даля Грибаускайте расценивает как достойный. В Сейме была принята поправка к закону об общественных закупках, в которой предлагается привлекать нарушителей не только к административной ответственности, как это делается сейчас, но и к уголовной. С принятием поправки нарушителей в качестве наказания будут арестовывать или лишать свободы сроком до 3 лет. В сентябре просроченная задолженность граждан Литвы увеличилась на 105 миллионов литов и достигла 2 миллиардов 65 миллионов литов. Просроченные долги литовцев компаниям, занимающимся коммунальными услугами и быстрыми кредитами, уменьшились. Однако в отношении организаций, специализирующихся на аренде, лизинге, потребительских кредитов и телекоммуникаций, этот показатель вырос. В третьей четверти этого года подержанные автомобили подешевели на 10%. Больше всего упала цена на автомобили 60-летней давности. Машины 11-15-летней давности подешевели на 9%, а 5-летней давности на 7%. Считается, что средняя цена автомобиля в течение последней четверти составляла 10 200 литов или была на 700 литов меньше. В рейтинге FIFA национальная сборная Литвы опустилась еще на 10 позиций. И сейчас литовская команда находится лишь на 85-м месте.